дошло до того, что в одно прекрасное утро я проснулась, и я не почувствовала кистей рук. Мне казалось, что голодание – это так сложно, это так тяжело. Заставить подростка невозможно. Воодушевляет, когда ты чувствуешь себя в 40 на 20. Я себя стала действительно узнавать и познавать заново. Здравствуйте, меня зовут Алла Терехович, мне 41 год. Я выпускник 8-й школы здоровья. Также я закончила школу нутрициологии и с 13-го потока буду куратором этой замечательной школы. В таком ритме жизни мы живем на сегодняшний день, что, естественно, у нас у всех есть переработки, стрессы. Все это так накапливается, и человек, он не следит за тем, что он выгорает. Началось сначала все с того, что была дикая усталость, постоянно хотелось спать. Было очень низкое давление. Потом я стала замечать, что у меня, особенно по ночам, немеет все тело. Дошло до того, что в одно прекрасное утро я проснулась, и я не почувствовала кистей рук. Ну, я пошла к врачам, результата никакого. Все эти полгода я не могла кистями рук даже брать кружку, ложку. Мне даже было тяжело, допустим, приготовить покушать дома. Какое-то время, пока было обострение, моя семья сидела на пельменях. Но я понимала, что так дальше, ну, это неправильно, что-то надо менять. Когда мы вводили питьевой режим, режим сна на школе здоровья, у меня уже в первую неделю правая рука наполовину прошло онемение, а левая рука полностью вернулась к работе. Для меня это был шок. Без таблеток. Я прошла сухое голодание и была очень удивлена, потому что мне казалось, что голодание – это так сложно, это так тяжело. Но эти 36 часов сухого голодания я просто порхала, как бабочка. То есть было настолько легко, было столько энергии. Улучшился у меня цвет лица. У меня стал проходить варикоз. У меня появилась энергия. То есть я не стала теперь приходить домой, падать от усталости, сразу валиться с ног. Нормализовался сон. Когда проходишь этот месяц школы здоровья, этого очищения, люди получают такие результаты, которые они не получали в ближайшие несколько лет. Это настолько вдохновляет, настолько воодушевляет, когда ты чувствуешь себя в 40 на 20. И уже не хочется больше от этого отказываться. В школе здоровья очень позитивно, очень вдохновляющая, поддерживающая команда. Они так всегда, девочки, поддерживают, кураторы. Вот что на сайте самом, да, школы здоровья, что на голодании у нас был куратор, что в чате выпускников постоянно девочки-кураторы, они большие молодцы, большое им спасибо, потому что такой поддержки мне никто не оказывал. Они отвечают на любые вопросы. Всегда присутствует дух, что они с тобой все 24 часа в сутки. У меня двое детей-подростков, несговорчивых, которых очень трудно снять там с каких-нибудь фастфудов, которые они там любят кушать после школы, забегать. Они, глядя на меня, стали даже постепенно сначала питьевой режим вводить, потом постепенно режим сна. Сейчас мы пришли к тому, что у меня уже дети выпивают норму воды свою, что они принимают БАДы, ну, хотя бы необходимые, то есть они пьют пробиотики, витамин D, омегу, и говорят, что они себя очень хорошо чувствуют. А сегодня у меня старший ребенок взял велосипед и пошел в 5 утра кататься по городу. В школе здоровья, что мне понравилось, есть комплексный подход, то есть это не только правильное питание, там физические упражнения, есть еще психосоматика, потому что очень многие болезни и наше состояние, оно связано с нашей психологией, с нашими стрессами, которые мы испытываем. И когда ты проходишь школу здоровья, проходишь голодание, очищаешь организм, у тебя действительно появляется ясность в уме, в сознании, а для чего я это делаю? Что для меня важно в этой жизни? Что мне интересно? Я себе такие вопросы не задавала никогда в жизни. То есть я себя стала действительно узнавать и познавать заново. Поэтому продолжение школы здоровья, это школа нутрициологии, она дает огромные знания, и которые тебе потом в дальнейшем помогают, ну, и тебе самой лично, и твоей семье, и очень сильно меняет твою жизненную позицию. Я поняла, что я могу дальше, и могу больше, и хочу дальше, и хочу больше, хочу новых знаний, новых проектов, новых общений. Работу я сменила. Мне хочется заниматься тем, чтобы я приносила какую-то пользу. Не просто так. Это нужно в первую очередь для меня. Для ощущения того, что я
делаю все правильно. Я бы хотела передать Катерине, ее мужу, всем девочкам-кураторам, всей команде, которая работает в школе здоровья, огромное спасибо за те бесценные и практические знания, которые вы нам даете, за вашу заботу о нас. Я считаю, что школа здоровья – это то, что привносит здоровье, гармонию, красоту во всю вашу жизнь и на всю вашу жизнь. Нужно себя любить. Мы у себя единственные. И нужно заботиться о себе. Когда вы заботитесь о себе, то организм, он отблагодарит вас. Он отблагодарит вас прекрасным самочувствием, прекрасной чистой кожей, много энергии. Поэтому, пожалуйста, заботьтесь о себе, полюбите себя и приходите к нам в школу здоровья за здоровьем. Спасибо.